и здоровье. Такой кадр мы упустили. Светлана увидела аиста. Низко-низко летел. Альма. И на одной линии Альма, кошка Юнька, Юнька, Альма и аист. Такая. Этот все в очках. Юнька, не начинай. Юна, спокойно. Ай, давай, все. Не-не, а да, давай. Он ждал, пока я проехал. Дима, по-моему, да, это же? Мамка ему вроде дала. Я не знаю. Полномочия по счетчику. Не знаю, я это вообще проехал. У нас во дворе на этом, мы же хотели такую покупать с тобой машинку. Машинку помню. А его не помню. Человек, ну правильно. Юня. Все, Юня, прячься. Прячься. Все, ты спряталась. Все. Мы едем в дождь, похоже. Угу. Не плачь. О, барашки какие, смотрите. Это вот за этим забором, наверное, их держат. Да. И здесь и козы, и... Да, козы тоже, да. Барашки. Травка пошла, их выгнали на траву свежую, да?
что, что, погода в Беларуси? Конкретно непонятно ничего. Уступать надо, понимаешь, вот этим самокатчикам. Их скорость 30-40 км в час, и вот ты попробуй узнай, куда он